Запах духов, тонального крема и соперничество. Именно под таким девизом проходит конкурс «Мисс Орел 2012». После прохождения подготовительных этапов и отборочных туров в финал конкурса вышло 20 красавиц. Напомним, конкурс состоится 7 декабря в 7 вечера в Грин-центре. Ну а пока на пресс-конференцию с организаторами и участницами пожаловала сама Юлия Фархутдинова, победительница конкурса «Мисс Орел 2011», участница конкурса «Мисс Россия 2012» и победительница 4-го сезона телевизионного шоу «Топ модель по-русски». Юлия не могла упустить шанса поздравить на весь город свою маму с днем рождения, а также дала советы и наставления всем конкурсанткам. Я знаю это чувство, как каждая девочка хочет победить, да, и когда ты уже представляешь, как называют твое имя, и тут звучит, конечно, имя какой-нибудь Светы Ивановой, естественно, ты расстраиваешься. Не останавливайтесь, идите вперед, и если, да, так случится, что кто-то из вас не победит, а это случится, то не будьте злыми, не надо говорить друг про друга, что это куплено, да, я сама участвовала, я знаю, что это все честно, что, ну, на самом деле выбирают лучшую и достойную.